Сегодня я хочу поговорить с вами о разных способах, какими говорит Бог. Я написал эту книгу. У меня есть и другие книги, которые уже готовятся к печати. Шестая глава в этой книге называется «Демонстрируя силу Божью». В этой главе я рассказываю о разных способах, какими Бог говорит с нами. Мы не должны ограничивать Бога. Говоря, что Он говорит только одним способом. Мы никогда не должны ограничивать Его. Таких способов очень много. Я взял из Библии те способы, которыми Он говорил со своими людьми. И теперь и мы можем ожидать, что услышим Его голос. Эту тему мы будем обсуждать сегодня и завтра. Если вы отправите нам пожертвование любого размера, то я бесплатно отправлю вам эту книгу в электронном виде. Итак, первый способ, как Бог говорит к нам сегодня через это записанное слово. Многие христиане говорят мне: «Пастор, я не слышу Бога». При этом их Библии всегда закрыты. Они никогда не читают свои Библии. Неудивительно, что они не слышат Бога. Библия — это Слово Бога. Слово Божье делится на «логос», написанное слово от бытия до откровения, и «рему» — конкретное слово для конкретного момента. Вы можете читать псалмы, притчи или отрывок из Исаии, или любой другой книги Библии, и Бог может использовать конкретный стих или отрывок, что сказать вам что-то о вашей ситуации. И мы называем словом «рема». А сейчас я хотел бы кое-что прочесть вам о написанном Слове Божьем. Я сам это написал, поэтому ничьи авторские права не будут нарушены. Дух Святой высоко ценит записанное Слово Божье. Когда начинаете пророчествовать, будьте осторожны и старайтесь не отдаляться от Писания. Пророческие проявления, такие как сны, видения и откровения, не должны противоречить Библии. Они идут рука об руку, потому что исходят от одного и того же Духа. Дух Божий никогда не будет выступать против того, что четко и ясно написано в Слове людьми, которых Он сам вдохновил на это. Если вы будете заучивать места Писания, то Дух Святой будет напоминать их в вас в нужную минуту. Помните, как Иисус был в пустыне, когда дьявол пришел искушать Его,
что он использовал? Писание. Он говорил: «Написано». Иисус быстро вспоминал, что говорит Писание, и использовал Писание в сражении с врагом. Следовательно, Господь будет использовать Писание, чтобы говорить к вам. Когда вы открываете Библию и просите Духа Святого говорить к вам, то Он начинает просвещать вас, и вы слышите, как через Библию к вам говорит Бог. Итак, если вы хотите слышать голос Божий, то я призываю вас читать Библию, потому что Библия — это голос Божий, обращенный к людям. Библия — это и есть Слово Божье. Итак, если вам нужно услышать голос Божий, читайте Слово Божье. Некоторые люди настолько зациклились на видениях и пророчествах. Поймите меня правильно. И я верю во все это, и Библия это очень ценит. Но если вы не открываете Библию, то вы упускаете то, что говорит Бог. Итак, один из способов, какими говорит Бог, это записанное Слово Божье. Если вы не цените Его Слово, то упускаете Его голос. Если вы цените Его Слово, то сможете различать, что от Бога, а что нет. Когда Бог будет говорить, вы будете знать, что это Он. А если что-то выступает против или противоречит тому, что сказано в Библии, то вы знаете, что это не от Бога. Аминь. Итак, если вы хотите, чтобы Бог говорил к вам, но при этом ваша Библия закрыта, то у вас проблемы. Лучше вам открывать Библию. Откройте Библию и слушайте Бога. Аллилуйя. Еще один способ, каким говорит Бог? Это внутреннее свидетельство. Мы говорили об этом во вторник. Когда Дух Божий говорит к вам, вы чувствуете подтверждение в своем духе. Внутри каждого верующего есть что-то вроде звоночка. Этот звоночек — это свидетельство Духа. Кто из вас может сказать мне, что когда у вас было желание начать бизнес, но глубоко внутри вы знали, что не стоит этого делать? Где-то внутри вы это все равно понимаете, что не надо этого делать. Но вы проигнорировали этот сигнал. И все равно сделали все по-своему. Сколько раз должно это произойти? В итоге вы сожалели о своем поступке. Напишите мне, если у вас такое было. Знаете, что это было? Вы не услышали голос Божий. Бог обращался с вами в вашем духе. Он свидетельствовал вашему духу, но вы не послушались.
И так очень часто Бог говорит к нам в нашем духе, и нам нужно быть внимательными. Будь то отношения, в которых вы состоите, если вы еще не в браке, то послушайте меня внимательно. Прислушивайтесь к своему внутреннему чувству. Не игнорируйте его. Я прошу вас, прислушивайтесь к нему. Прислушивайтесь к нему. Глубоко внутри вы знаете, как следует поступить. Аминь. Итак, Бог говорит к нам через внутреннее свидетельство. Еще один способ, каким Бог говорит к нам, это пророчество. Пастор, неужели Бог и сегодня говорит через пророчество? Да. Кстати, если вы говорите, «Я люблю Слово Божье», а дары Духа нам больше не нужны, то вы не правы. Библия говорит, «Достигайте любви и ревнуйте, или ревностно желаете духовных даров, особенно того, чтобы пророчествовать». И об этом говорит Библия. И это говорит Библия. Если вы заявляете, что любите Библию, то та самая Библия говорит, что вы должны ревностно желать духовных даров. Если человек говорит «Я люблю Библию, и мне не нужны пророчества, слова знания, мне все это не нужно». Нет, если вы любите Библию, то Библия повелевает вам ревностно желать духовных даров, а особенно того, чтобы пророчествовать. Когда человек пророчествует, он произносит слова, вдохновленные Богом. Библия говорит, если на собрание придет неверующий, и услышат пророчество, исходящее от Бога, то он упадет на свое лицо и скажет, «Среди вас Бог». Вот для чего нужны дары, чтобы демонстрировать любовь и силу Бога. Тут у меня написано, что пророчество — это вдохновленное Богом высказывание, приходящее к нам прямо из сердца Бога. Господь может опустить в чье-то сердце послание о вас, которое наставит. Ободрит и вдохновит вас. Прочитайте 1 Коринфянам 14:3. Но чтобы принять то, что Бог говорит вам через других людей, ваше сердце должно быть открыто. Итак, пророчество — это послание, это информация, это прокламация, и Бог использует кого-то, чтобы обратиться к вам. Даже в этой программе мы пророчествовали людям и провозглашали слова из Духа Божьего, и потом эти слова исполнялись. Когда приходит пророческое помазание, то послание становится божественно вдохновленным.
Иногда вы проповедуете, и ваша проповедь настолько вдохновлена свыше, что люди думают, что вы обращаетесь прямо к ним. Сколько я раз я проповедовал, и люди подходили ко мне и говорили: «Пастор, такое ощущение, что вы знаете всю мою жизнь». А все потому, что та проповедь была божественно вдохновлена Святым Духом. То есть Бог может говорить с вами даже через эту трансляцию. Я сейчас говорю с вами, а Дух Святой может использовать мои уста, чтобы говорить с вами о том, что Он хочет сделать в вашей жизни. Аминь. Итак, пророчество — это послание от Бога. Когда Бог говорит, это всегда очень мощно. В 1 Тимофею 4:14 сказано. Слушайте внимательно. Можете даже записать эти слова. Я читаю из моей книги. 1 Тимофею 4:14. «Не пренебрегай даром, который был дан тебе через пророчество». «Дан тебе через пророчество с возложением рук руководителей церкви». Здесь Павел обращается к Тимофею и говорит, что Тимофей получил дар, когда старейшины церкви возложили на него руки. Вот почему возложение рук так важно, очень важно. Дьявол пытается прикрыть даже это. В наше время дьявол пытается положить конец хвале и поклонению. Сейчас нельзя петь, потому что это якобы распространяет вирус. Руки тоже нельзя возлагать. Дьяволу это очень удобно. Но идея возложения рук взята из Библии. Библия говорит, что Тимофей получил свой духовный дар, когда старейшины церкви возложили на него руки и пророчествовали ему. Итак, пророчество — это послание из сердца Бога к вам. Это послание сердца Бога к вам. Аминь. Сегодня мы не успеем охватить все, но мы продолжим завтра. Люди говорят мне: «Я не верю в пророчество. Мне достаточно Библии». Но в Библии я вижу, что мне нужно стремиться к получению духовных даров. Особенно пророчество. Аминь. Помню, как я молился о том, чтобы начать пророчествовать. Не скажу, что достиг такого уровня, что могу пророчествовать каждый Божий день. Всегда есть куда расти. Каким бы помазанным вы ни были, вы можете стать еще более помазанным. Вы можете стать более благословенным и подняться еще выше в духе.
Но я помню, как я только начал проповедовать то, что говорит Господь тем людям. За которых я молился. Они были удивлены. Откуда вы это знаете? Это не я. Это Господь. Благодаря Слову, знание, я видел людей, которые собрались покончить с собой. И они получали свободу от этого. Однажды я был в церкви, где было около 400 человек. Я смотрел на толпу людей и сказал: «Вот вы, женщина, выходите сюда». Я ее не знал. Затем я начал описывать ее жизнь и рассказал все, что она пережила. Она начала плакать. Я пророчествовал ей, что с того дня и далее ее жизнь будет другой, и она больше не будет скована тем, что она была скована раньше. Через 2 или 3 года я получил сообщение в Фейсбуке от той женщины. Она написала: «Пастор Гермес, не знаю, помните ли вы меня, я та женщина из Юджин-Хилл, которую вы вызвали вперед. Я была в депрессии. У меня были мысли о самоубийстве. Я не знала, что делать с моей жизнью. Я даже не знала, любит ли меня Бог. Но когда вы вызвали меня вперед и рассказали мне о моей жизни, я поняла, что Бог любит меня. В тот день я получила свободу. Я отказалась от лекарств. Теперь я сплю нормально. Я полностью свободна. А это фото нас с мужем и ребенком, которого я недавно родила. Слава Богу! Вот почему духовные дары так важны. Вот почему пророчества так важны. Дар Святого Духа может благословить вас. А также Бог может приговорить к вам через избранного им человека. Аминь. Хвала Господу. Никогда не пренебрегайте написанным словом. Не пренебрегайте внутренним свидетельством. Не пренебрегайте с нами. Это лишь некоторые способы того, как говорит Бог. Надеюсь, вы что-то для себя получаете. Очень надеюсь, аминь. Бог может говорить к вам через слово знания. Я хочу зачитать вам, что я написал об этом в книге. А затем я помолюсь за всех вас. Дух может сверхъестественно открывать вам факт, о котором вы никогда не знали. Именно этим способом Бог чаще всего приносит исцеление. Особенно на групповых собраниях. Бог может принести вам слово знания через какого-то человека. Или использовать вас, чтобы принести слово знания кому-то. Оно может проявляться по-разному. Например, в виде впечатления, картинки в голове, чувства сна и так далее. Итак,
Слово «знание» — это сверхъестественное знание, данное Богом вам. И которое вы не могли узнать естественным путем. Бог может показать вам его через чувство, через сон, через впечатление или картинку в голове. Я получаю такие знания даже во время эфира. Одно из таких свидетельств вы недавно видели. Я проводил программу о последнем времени. И вдруг я почувствовал, что у кого-то проблема с дыханием, а также проблема с коленями. И я просто сказал об этом. Кто-то сейчас смотрит эту программу, и у вас такая проблема. Мишель из Колорадо отреагировала на мои слова. Она была мгновенно исцелена от респираторного заболевания, от проблем с коленом. И я много раз видел, как Бог действует через слова знания.